Всем ни хао. Мы начинаем игру Garden of Banban. Посмотрим, что это за игра после Poppy Playtime. Вот, Garden of Banban я не видел. Не помню, по крайней мере, что там происходит. Так что погнали. Посмотрим. Ух ты, да. Она потяжелее, чем Poppy Playtime. Удерживайте ВАСД, чтобы передвигаться. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать с объектами. Удерживайте Shift для спринта. Хорошо. Блин, жалко размытие вот это отключить нельзя. Не люблю его, капец. Boots. О, пацанчики, пацанчики. Мне вот этот нравится, прикольный. И вот этот еще. Такой мощный. Ладно, что делать-то? Зона креативности. Кушайте овощи и фрукты, чтобы стать сильными, как я. Джамбо Джо. Джош Сейс говорит. Имеете много рук. Что-то как... All of me to help a lot more people. Короче, имеете много рук, чтобы помочь... большому количеству людей. Не знаю, кстати, не знаю, почему игра на английском. Видимо, потому что демо-версия на английском, ну ладно. Banban's Kindergarten. Kinder — это дитё с немецкого, Garten — это сад, получается. Интересно. Карта. Ну, это понятно. Ну, это легко. Это легкая загадка. Что-то такие эффекты-то здесь громковатые. Мне кажется, может потише сделать? Вот так вот. Это что это у нас? Это у нас... Что? Что делать? Не понял. Странно. О, ты чё? Что с тобой? Что такое опять происходит? Опять какие-то загадки дикие. Алё. Чё за жесть? Чё там такое? Что мне надо сделать, я не понимаю. Вот когда явно не указано, короче, что делать, ты сразу начинаешь теряться и такой, типа, а что делать? Какая пауза? Ты что? А на что я нажал? А, на Q. На Q пауза здесь. Прикол. Дорогая мама... Чего? Ну, у меня есть... Ну, я... But I have to fight the monster, но я с чего? Но у меня есть битва с монстрами. Это только... Like me, monster. Какая-то курица. Me. Короче, жесть какая-то здесь происходит. Битвы с монстрами какие-то. Офигеть, что за жесть? Это же детская игра, вы чё? Не понял. Ладно. Пошла тупёшка жесткая. Опа, взял батарейку. О, взял еще одну. Блин, еще их же здесь не было. Что за прикол? О, нифига, дрон летит. Прикольно. И что можно им делать? Кнопки какие-то красные. Left mouse button to use your toy. Left. Ага, я понял. Right mouse button, teleport toy. Понятно.
А, его типа под... Ты можешь эту кнопку нажать? В зону креативности. Ну? Нет. А почему? Не понял. Что за дичь? Странно. Может, эту кнопку сначала нажать? Вперед. Серьезно? А это тогда кнопка что открывает? Ты кто? Концовка здесь? Чего? А, здесь типа невидимое стекло. У меня синяя карточка есть. О, блин. Ну-ка, где мой дрон-то? А, ты уже здесь. Не понял, что это было? Блин, жалко не на русском. Здесь как бы переводить времени нету. Странно, что она такая тяжелая-то? Ну-ка, ща, погодь. Да, очень странно. Очень прям странно. Ball pit closed. Шесть яиц надо принести, да? Собрать, принести 6 яиц. Попробуй здесь найди их еще. О, записка какая-то. И bring a friend day stickers. Хорошо. Странно. Печально, очень печально, что не на русском. Ну ладно. Вот два яйца у нас уже есть. Три. Здесь, видимо, на каждой части. Да. 5. Еще одно должно быть, по идее. Если я не ошибаюсь, подожди. Ну-ка, дай-ка я скину все. Сейчас проверим. Да, я выполнил вроде эту миссию. Чего? Нет, не выполнил. Надо еще одно. Где-то я пропустил. Здесь где-то, наверное. Ребят, ну что за приколы? Дайте мне последнее яйцо, и я как бы все. На этом все. О, статичные качели, классно. Опа-на. Прикол. А что здесь надо? Что это такое?
Статич... О, я не заметил, кстати, эту штучку. Пацан, ты где? А, ты здесь. Смотри, у меня для тебя кнопка есть. Давай в эту кнопку бей. Все прекрасно. Последнее яйцо. Готово. Чё это такое? А, это ключ-карта желтая. Окей, понял. Let's go дальше. Нормально пока идет, неплохо. Капитан Фидлос? Блин, хочу на русском эту игру, короче. Потому что на английском я не особо переводчик суперский. Корнер какой-то. У меня все открыто, давайте мне. Стул накошмарил. Пока скримеров не вижу. В принципе, в Poppy Playtime тоже там скримеров не особо было. Да что за фигня, нифига. Вот это жуть. Не ожидал. Такс, где-то мой этот. Да, иди сюда. Ударь по кнопке, пожалуйста. Бей. Ну. А чё он не открывается? А, даже так. Ничего себе. А он так сработает? Опа-на, стекло разбили, все. Вот эта тема. Готово. Чё я открыл? А, я дверь открыл. А там ничего больше нету, да? Здесь фиолетовая карта и оранжевая. Ну, так как это демо-версия в прологе, то я думаю, здесь не особо много чего-то будет. У молоток. Destruction это один. Destruction это уничтожать, типа. Это один. Ты чё? Ты чё там бьёшь? Стены-то бьёшь? А как переключаться? Это чё было? Это мне вот эти штучки надо уничтожить, что ли? Ну да, молотком. Уничтожил просто. Space Jump. Хорошо, я понял. Смех лучшая медицина, так что... Короче, улыбайся, да. Я понял, спасибо. Опа-на, у меня нету. Не понял. Смотрим внимательно, какие-то красные штучки. А, о, желтая. Я уже испугался, думаю, блин, а где мне ее взять? Что происходит? Платформа какая-то опустилась или дверь открылась там? Ладно, пойдем посмотрим. Это чё? Это вот та... Вот тот фламинго? Вот этот? Не, подожди, кто это? Так и ждешь подвоха с каждого угла. Так, погодь, а что здесь? Комната какая-то. Что-то я не туда пошел, видимо. Ну-ка, ну-ка, подожди-ка. У тебя ничего нет? Нету. А, вот желтая, что она сразу не загорелась?
Блин. Это было опасно. Это детский сад такой стрёмный? Вы что, угораете, что ли? Это жестко. Это жестко, смотри. Нифига себе. Офигеть. Жесть. Бумажка какая-то. I want to play. Чего с целым? Ай, блин. О, так, так, не то. А, это просто эту штучку переворачивать. Ага, понял. Понятно все. А это для чего? Стрёмная штука, короче, какая-то. Я надеюсь, мне не придется и пользоваться. Какой был мой цвет? Интересно. Очень интересно. Ну, у тебя был розовый, соответственно, да? Ой, подожди-ка. Что-то я затупил. Да. У тебя был... У тебя зеленый, потому что ты этот самый огромный. У тебя был красный, по-моему. Да, белый был у этой леди. Правильно? У тебя был синий, получается. А у тебя был, не помню какой. Готово. Прекрасно. Не понял. Ты чё сюда едешь? Почему мне не уйти? А чё ты смотришь-то на меня? Серьезно? Может, не будем как бы это ссориться, не? Давай нормально, чтобы все было как бы без драки. Блин. Ну, такое себе. Это было ожидаемо, конечно. Это было ожидаемо. Как она едет? Сюда, быстрее, 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 сюда, сюда. Что за дичь? Ой, там. Да что за бред-то? Как мне от него, как мне сделать-то так все? Ну да, конечно, уже все открылось, я сдох. Ладно. Да ну бред какой-то, реально. Что за фигня-то? Я в шоке. Сколько раз я здесь уже сдох? 500? Офигеть. И сюда почему-то нельзя пройти. Типа закрытая зона, там туда-сюда. Давай, лети. Опа-на, пошла тема. Пошла тема, да. Сдох. Все, пошла. Побежала, точнее. О, черт. Че за дичь-то, алло? Куда бежать? Все, я уже ни на что не надеюсь. Просто не надеюсь ни на что. Быстрее. Псих. Ну,
получилось, команда. А здесь ты что делаешь? Да ну, это бред. Так, дальше что? Смотри, что дальше. Ясно. Не ясно. О, господи. Давай, беги быстрее. Беги, Форест. Что за дичь? Я просто тупо не успел. Опять. Попытка 5455. Найдет быстрее. А чё она такая резкая сразу становится, я не понимаю. Ты сдохла. Фух. Ну, с 5000-й попытки, в принципе, я справился. А чё дальше? Пойдём в начало. Может, здесь что надо сделать? Здесь закрыто. Напряженная, напряженная игра, когда за тобой бежит кто-то и пытается тебя уничтожить. А, точно, у меня же оранжевая карта есть, я уже забыл. О. Не понял. Boarding pass. Билет на посадку? Зачем он мне? Интересно. Не работает. Да я сам могу кнопку нажать отсюда, вы чё? А зачем мне boarding pass? Интересно. Я понял. Можешь не плакать. Может, здесь что есть? Нету ничего. Здесь ничего нет? А, спряталась. Прикольно. Не то чтобы супер прикольно, но прикольно. В смысле? Зелененькая же. Не работает. Работает. Чё открылось? Идем смотреть. Правда, а что открылось? Вот та дверь открылась, наверное. Нет. Закрыто. Ой, я теперь что-то стремаюсь как-то. Мне кажется, что из-за каждого угла кто-то вылезет. О, тайный уровень. Нус. Что это за подземные врата ада нам открылись? Вау, нифига себе, целый лифт. Ничего себе. Мощный. Это точно детский сад? Вперед. Конечно же, я поеду вниз. А зачем мне уходить из этого кошмара, когда я могу ехать вниз и погружаться еще в больший кошмар?
Это же, ну, логично. Зачем? Чё такое? А ты кто еще? Ты чё? Чё такое? Ты кто? Ты чё, главный босс Бан-Бан? О, чёрт! О, чёрт! А чё с тобой делать-то? А чё, я сдох? Я сдох? А, thanks for playing, Гедзе, понятно. Короче, это бесплатная версия Банбана. В принципе, прикольная. Я бы прошел бы все 4 части, сейчас 4 как раз вышла. Но если видос зайдет, то, соответственно, пройдем и Poppy Playtime, и Garden of Banban. Так что все ссылки в описании, ставьте лайки. До следующей серии.